18 июня отмечается День медицинского работника. Более 100 врачей получили сегодня грамоты и благодарности от мэра округа Сергея Петрова в честь профессионального праздника. По словам руководителя территории, добрые слова и достойная оплата труда – это минимум, который должен получать каждый работник сферы здравоохранения. С годами мы все больше начинаем понимать и ценить вашу профессию. Так вот получается, что чем мы становимся старше, тем больше нуждаемся в вашей заботе. И в ваших руках, безусловно, главная ценность, которая у нас существует в мире – это здоровье и жизнь людей. Поэтому спасибо вам огромное за ту работу, которую вы профессионально делаете за заботу об ангарчанах. Почетные грамоты и благодарности получили как медики с опытом, так и молодые специалисты, проявившие себя с лучшей стороны.